нельзя. Все собаки, все тебе в горло хотят вцепиться. Ничего, нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Прорвемся. Итак, ваша задача — найти у Паши вертолет единственного пассажира. Доставить к нам на базу. Вопросы? Никак нет. А, да пошли они все. Шакалы они, товарищи. Веры никому нет. Да, настроение хуже не бывает. Вдруг его шлёп сзади по плечу кто-то. Он, значит, оборачивается, а там здоровенная такая страхолюдная тварюга. И говорит ему печально: ты чего тут разорался, а? Сталкер: так я это, заблудился я. Думаю, может, кто-нибудь услышит, вот и кричу. Тогда по машинам. Время дорого. Один, взлет разрешен. Ворон один, взлет разрешаю. Вас понял, волна 7. Ворон один, взлет разрешен. Удачи, ребята. Ну что, мужики, повеселимся? Не учатся ничему некоторые, и учиться не хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок, пока кишки по веткам не разбросает. Кого на горизонте. Вот и ладушки. Вот и хорошо. Да, темнота бывает враг, бывает лучший друг. Волна 7. Это Ворон 1. Рота ставил на место. Возвращаемся на базу.
5 минут на сборы. И выдвигаемся. Да, вот ведь как грустно все выходит. Что вы здесь? Думаю, нам пора начинать.